Привет всем! У меня будет сейчас веселенький эфир. Я сейчас начала консультацию с одной девушкой, женщиной-девушкой. Вот. И мы хотели выйти вдвоем эфир, поржать. Это просто вообще такие вещи происходят. Она пришла ко мне с налогами, с долгами, с забаненными картами, решить вопрос с алкоголем, с курением, обжорством. Короче, мы с ней работаем уже вторую неделю. Каждый день выходим на часик, на два, трансформируем шаблоны. Шаблоны у нас закончились, которые я выписывала. Ну, там у меня в тетрадке, я выписываю эти шаблоны. В общем, говорю, ну что, давай вопрос с тобой решать с алкоголем. Для чего ты хочешь пить? Ну, какие у тебя вообще мысли по этому поводу? Она такая смотрит на меня, говорит, ты чего, Нелли, я не пью уже 5 лет вообще алкоголь. Я говорю, не понял. Ты же пришла ко мне решить вопрос с алкоголизмом. Она такая, нет такого. Мне реальность поменялась. Я говорю, хорошо, давай с забаненными картами с тобой поговорим по налогам. Она такая говорит, у меня нету забаненных карт, у меня нет проблем с налогами, они у меня были до тебя. У нас вообще реальность поменялась. Сейчас я хотела Аню пригласить, вот с которой мы работаем, вот эту всю историю рассказать. Ань, ты где? Тебе там нужно нажать, если ты сейчас слышишь меня. Тебе нужно нажать «Добавиться в эфир», чтобы я тебе добавила. Короче, ржака такая, прикиньте, мы с ней работаем, она приходит и говорит, слушай, ну с налогами надо разобраться. Она такая, я разобралась. Так. Потом она еще пишет мне, у меня вообще никаких нет желаний, я хочу движухи, я хочу это... Мы сегодня выяснили, что у нее столько много желаний, и у нее никогда не было проблем с желаниями. У нее никогда не было проблем, ну, вообще, вот все, что мы с ней разбирали. Я говорю, зачем ты мне деньги заплатила? Вот, она не понимает. Короче, сейчас хочу ее дождаться. Аня, ты слышишь, где ты? Блин, история просто кайф. Прикиньте, как реальность меняется, если ты трансформируешь шаблоны. И у меня просто даже слов нету. Блин, как это все? Я со стороны смотрю, я записываю. И начинаю ей читать, с чем она пришла. Она говорит, у меня такого не было. Так. Что-то я ее не вижу с присоединившихся. Только что списывали с ней в личке, что давай выходить. Ань, вот, вижу тебя, присоединилась. Я тут уже начала немного рассказывать, что ты ко мне пришла на консультацию. Да, нажми, пожалуйста, там внизу присоединиться к эфиру, чтобы я тебя добавила, чтобы ты вышла сюда в прямой эфир. Вот мы сейчас поржем, блин, это вообще. Пришла, блин, алкоголичка. Который не пьет, оказывается, вообще. Вообще в рот не берет 5 лет алкоголя. Вот. И обжорство, говорю, ну давай обжорство твое тоже тогда трансформировать. Ну хоть что-то же осталось. Он такая говорит, да я же не ем практически. Тоже очень интересно. Так, отправила запрос. Выйти в прямую. Я нажала выйти. Я тоже хочу решить проблему с алкоголем. Все возможно. Надо трансформировать шаблоны. Так, Аня. Мы тебя не видим. Вот. Вот она, Лена. Блин, у меня этот держать перестал. Сейчас. Настройся. Настройся. Да держать перестал. Это держалка. Сейчас, садим. Мы с тобой работаем уже сколько? 2 недели, да, наверное? 24-го мы работаем, 24-го. Ага. Вот, ты пришла ко мне. Я читаю. Да, я расскажу лучше. Давай, рассказывай. Короче, то, что сейчас вот выяснили, да, выяснили совершенно случайно. Просто завтра мы решили, у Нелли приезжает человек, она говорит, завтра у нас не будет встречи, а мы с ней работаем с 24-го. Но не каждый день, но почти каждый день.
И что у нас получается? Она мне дает задание на завтра. Я ей говорю, просто дай мне какие-нибудь эти самые, я сама попробую, короче, поиграться. Ну, уже работаем, уже что-то процесс пошел. Первую неделю очень тяжело шло. Мне мой тупизм прям вырубал. Я не могла их начать сама рассоздавать. Сейчас, правда, тоже на эмоциях пиздец какой-то. Я вообще не знаю, что произошло. У меня до сих пор идет неверие. Я думаю, может, ты меня с кем-то перепутала, как я у нее спрашиваю. Она говорит, у меня нету никого так на консультации с такими запросами. Вообще, говорит, нету сейчас такого, чтобы это ты, и ты же это прописывала. Я говорю, я это не прописывала. Но то, что она мне вопросы дает, она говорит, я же тебе сначала давала, вот твой алкоголизм, какой алкоголизм, я не пью с 8-го года. Я говорю, я не пью с 8-го года, и за эти года я раз 5-6 всего лишь выпивала. Это моя, идет как это, но я так помню, моя реальность поменялась. Я в это верю, потому что я понимаю, что такое квантовое, я понимаю, как меня, ну, в той реальности уже, которая сейчас, я помню, мне уже реальность показывает, как сбываются мои желания, да? Но здесь, когда с Нелли стала разбираться, она, ты пришла ко мне с заблокированной картой, ты пришла ко мне с проблемой с налоговой, ты пришла ко мне с жорством, ты пришла ко мне с... Вот она говорит, все это прописано. Алкоголизм, курение. Ты пришла ко мне, что тебе там никто не помогает. Я говорю, это вообще не про меня. Да, я курю. Да, я там это, что там у меня, ну... С налоговой, говорю, я еще до тебя разобралась, я говорю, мы еще с тобой работать не начали, у меня там налоговая. Это поменялось так, реальность круто, вообще круто. Это вот у нас минут 10 назад, просто мы случайно выяснили это, так-то мы, ну, она просто вот прописала, что мы дальше, сейчас мы шаблоны слова там рассоздаем, собираем в кучку, а потом вот фразы, и начала мне вот это лепить, я говорю, это не мое, переверну там страницу куда-нибудь, это не про меня. Она говорит, ну, у нас налоговая были проблемы, были, но еще до тебя это решилось. Я говорю, вместо 10 дней это все за 3 дня, за 3 часа у меня решилось. А ты мне за И что карта деньги? разблокирована. Скажи мне, пожалуйста, что ты пришла решать? Что? Для чего ты заплатила мне деньги и что ты пришла решать? Если у тебя ни проблем с налогом, ни алкоголизмом, ни с обжорством, ты зачем ко мне пришла? Я хуй тебя знает. Поговорить с тобой. Я всегда хотела с тобой поговорить. Нет, у меня свое вот понимание, я понимаю вот сейчас то, что у меня в голове, мне надо понять, как разбираться с шаблонами. Потому что слушаю тебя 1,5 года, да, своей реальности, да, я прям тебя, это самое, я понимаю, о чем ты говоришь, вот эту глубину, я в нее тоже захожу. Но я не думала, что я с такими проблемами к тебе приговорилась. Охренеть. И я говорю, это у нас сейчас выясняется случайно, она пошли в эфир. Ну да, это надо было, это надо куда-то вылить, просто оно это слишком неожиданно. Думаю, ни хрена себе, у меня каких проблем куча. Было. Она мне еще диктует, я думаю, чей она мне там листок диктует? Она, да это твои запросы. Я говорю, да это не мои запросы. Но я знаю, я вот это осознаю. Сейчас просто, когда она мне говорит, я просто понимаю, когда НЛПщики многие говорят тоже, надо сначала брать деньги, а потом уже с человеком решать его проблемы, потому что он говорит, это не было у меня этих проблем. У меня совершенно другая реальность сейчас в голове прописана. Я вообще кайф. Абсолютно другая. Да, и мне кажется, я всю жизнь жила. И как мы с тобой, как два барана сейчас уставились на новые ворота друг на друга, когда ты мне это читать начала. И смех, и грех. Мы даже про алкоголизм, вот в моем понимании, мы не разговариваем. Мы с тобой, да, я глубоко шаблоны все равно. Мы до него просто не дошли, я просто задала тебе вопрос. Напиши, что тебе мешает бросить пить, да, и для чего ты выпиваешь? Эти вопросы я тебе говорила под запись, разбери, а потом мы отсюда шаблоны вытащим. У тебя даже запрос в точке. Ну как так? Я это и не прописывала, ты говоришь, я же тебе тогда диктовала, ты говоришь, ты прописывала, говорю, да я не прописывала это, у меня там три вопроса ты мне сказала прописать, для чего, что, у меня же запрос такой был, что я, создать я что-то не могу, что людям вещать-то, я же до хера что знаю, а прямые эфиры то выхожу, то не выхожу, короче, нету такого огонька, чтобы у меня это, ну, поперло, хотя огонька вам не хватает там, до хера и больше этого огонька. Но то, что я с алкоголем приперлась, и что с картой, и с этим,
в моей реальности сейчас, которую мы с тобой создали, вот этого нет. Я тебе говорю, давай дальше колдовать, мне 2 чемодана денег, пожалуйста, и на карты миллиарды. Мне так понравилось, мне так понравилось реальности менять. Ни хрена себе запросы у меня были. А с какими страхами? Вот такие... Не слышу. С какими страхами ты пришла? Ты говоришь, у меня очень много страхов. Да я вообще про страхи у меня... Я не знаю, какие у меня страхи. А вот здесь написано страхи. Ну, Нелли, реально нет у меня никаких страхов, таких прям страшных, вот чего-то бояться. Просто я залезла в одиночество, мне стало скучно. И мне вот по приколу просто сидеть одной. Мне это нравится. А там страхов, я говорю, ну, может быть, я людей боюсь, но нет. Я без мыла в жопу могу залезть, у меня коммуникабельная, я могу болтать с кем угодно. Страхи тоже, да, получается? Мы не работаем. Страхи, значит, тоже куда-то уперлись, да, потому что я страхи такие, ну, не помню в себе. Ну, темный, в темной, по темной улице я, конечно, не попрусь гулять. Там все равно этот страх есть, но я не знаю, каких там страхов. Ну, если, по идее, если я бухарик была, то страхов там километр должно по-любому быть. Потому что психика нарушена, когда человек. Угу. Отлично. Давай один шаблон. Ух ты! Заказ, мадам, деньги, давай деньги. Мы наши проработки еще тогда вот будем выходить, тогда и рассказывать, что поменялось. Ты тогда записывай, потому что у меня этого нет, у меня этого, то, что я должна была прописывать. Записано, блин. У тебя это остается, а у меня это не остается. У меня совершенно другая реальность. Да, у тебя и записульки куда-то исчезают. Хорошо. Угу. Давай с тобой трансформируем шаблон. Ты пришла ко мне, говоришь, Нелли, у меня нет желаний. Угу. Желание, мы с тобой сейчас про желание говорили, да, что желание, это, оказывается, все ваши желания. Каждая наша мысль, каждое наше слово, это и есть желание. То есть у тебя есть желание? Это как... Да, когда мы кудахчем, то что, ой, у меня нет желаний, я не знаю, хочу машину, квартиру, там самолет, пароход, мужа, блядь, миллионера. Все это фикция. Наши желания, вот реально, вот если это были мои истинные желания, они исполнились, они трансформировались сейчас. Если действительно мне это что-то надоело. Я захотела от них истинно избавиться, они у меня и слетели. Ну, бляха-муха, я хочу 2 чемодана денег, в конце концов. Зачем тебе? А хрен его знает. Нет, ты сначала там... для чего они тебе нужны? Ну, я понимаю, да. Но, во-первых, я хочу в Турцию, я хочу зубы поставить. Мне туда 2 чемодана мне, конечно, не надо. Деньги — это все равно ответственность. Был у меня такой период, когда было много денег, да? Это до моего еще алкоголизма, так сказать. Ржанка про алкоголизм. Это я точно помню. И просто... Ну, реально, ты не знаешь, куда деньги это. Смысла нету от денег. Это у меня вот точно есть в голове, поэтому, может быть, я сейчас и не пускаю в себе деньги. Может быть, страх какой-то еще идет вот на эти деньги. Первого знаю. Потому что закончился наш бизнес очень так. Ты хотел печальненько. На курс деньги тебе сразу пришли. Ты хотела на курс за 50 тысяч там другому человеку, деньги тебе тоже пришли сразу. Вопрос. Ну, это мне помощь пришла, помощь. Это я себе создаю долги, я не деньги создаю, создаю себе долги. Создаю. Угу. Но работать я вот почему-то пока не хочу. Хочу, это огромный потенциал. А, в принципе, и говорить много чего можно наговорить, но я вот не могу заставить себя просто сесть в кресло. Кресло и начать там что-то лопотать. Мне постоянно кажется, что я чего-то еще не знаю. Ты уже сидишь в кресле. Ну да, я уже сидела в кресле. И говоришь в эфире. Здесь... Ну да, заставила все-таки меня, можно так сказать. Хотя по моим этим... Когда 2 месяца назад я, по-моему, остановилась, у меня и ТикТок, и это есть, мне показалось, я уже начала врать, что-то за уши притягивать, поэтому мне стало неинтересно. И поэтому пошли опять курсы, хотя я зарекалась, что на курсы не буду. Один курс по дуальности. Здесь я вспоминаю твой курс, который год назад у тебя проходила. Курс мне охренительный курс, это который меня вышиб очень классно. Вот это понимание пришло, что вот чем мы с тобой сейчас этими шаблонами занимаемся. Давай покажем людям, как примерно трансформировать шаблоны на примере желания и нежелания. Почему нежелание — это и есть желание.
Можешь? Почему желание — это и есть нежелание? Или нежелание есть желание? Да любая наша мысль — это есть желание или нежелание. Вот мое желание — не желать. Это и есть нежелание, ой, желание. Вот я, например, мое нежелание, никаких желаний. Такое бывает? Что? Я не желаю никаких желаний. Ну, то есть я не хочу. Ну, это же тоже желание. Я желаю никаких, я желаю... У нас любая наша мысль — это желание. Я желаю не пить чай. Это мое желание. Я желаю не спать. Я желаю не лениться. Это все наше желание. А люди говорят, я не желаю чай, я не желаю спать. А на самом деле я желаю просто не спать. Я желаю не пить чай. Правильно? Все есть желание. Да, все есть желание. Но тут, видишь, это смысл, это игра слов, она может идти хрен знает как, да, но смыслы, они глубокие, они глубже зарыты. Когда мы с тобой начинаем заниматься этой трансформацией, разговора нет. Одна сидишь, тупишь, думаешь, блин, вот скажи мне, что там у нас было. Ну, тихо и громко, но вот как их, по идее, можно совместить, да, не тихо и громко, первый шаблон, с которого мы начинали с ним. Они, мне кажется, несовместимы. Ну, блин, ты сидишь тихо, громко у тебя за стеной орут соседи. Ты сидишь, ты в тишине сидишь громко там, или ты громко. Это, знаете, это такая, короче, вот классная штука, когда ты в своей голове разбираешь эти шаблоны, ну вот даже не касаясь алкоголя, я, оказывается, блядь, слетела. Просто меняется реальность. Ты на слова, а совершенно другие смыслы находишь. Образы, смыслы, у тебя другие образы слов начинаются. Слова, которые ты считал, они такие... Ну, мы читаем, у нас больше слов, мы, короче, вот почему у нас негатив один в башке? Потому что у нас определения словам идут негативные. Да хренища слов, да, которые ты вот, ты его воспринимаешь негативно. Но когда ты начинаешь его разбираться, а потом ты начинаешь соединять это... И использовать. Слово как бриллиант. Слово вообще как бриллиант начинает, извини, это сверкать. У тебя внутри такие образы начинаются. Я еще сижу, мы с ней разбираем. Я думаю, ну что-то я в себе так это не чувствую. Да, слова туда-сюда. И тут вот такой итог. Это, я думаю, еще и не закончили. Да-да. Потому что мы еще и до алкоголизма доберемся. К нерву знать. Алкоголизма добираться не надо, ты уже не пьешь. Ну это надо было видеть наши сейчас лица, когда мы, я ей говорю, ты мне это не говорила. Она говорила, она вот она мне тетрадь, но она по тетрадь со мной работает. Вот ты пришла с таким запросом, да не приходила я с таким запросом, нахрен мне надо. А зачем мне? Это она меня сейчас спрашивает, а с каким ты запросом пришла? Я сижу, думаю, с каким запросом ты пришла. А, ну думаю, мне же хотелось просто шаблоны разобрать. Все, от горячки. Просто шаблоны разобрать и разобраться, почему я не хочу проявляться. И вот тоже это слово проявляться, да ты уже проявлена. От того, что тебе тут проявляться именно в камеру вылезти, я говорю, у меня нету, я не боюсь камеры, я могу говорить безостановочно. У меня много наработок своих там в голове. В парах алкоголя наработали, да? Теперь, вот скажи кому, кто не в теме, хер кто поверит. Ну да. Кто не в теме, не поверит, что человек-алкоголик пришел ко мне разбирать вопрос алкоголя и доказывает, что он никогда не пьет уже много лет. Нет, я вообще к нему равнодушна к алкоголю, он мне никуда не втыкается. Я говорю, я вот с 8-го года, не, надо... за 15 лет раз 5-6 я всего пила. Это было не так. Зачем мне врать? Мы бы другое что-то бы разбирали. Но ты бессовестная, ты специально это сидела, знаешь. Зачем? Вот мне специально разбирать. Нет, все ровно. Потому что проблемы у меня были с алкоголем с 2008 год. Вот как раз у нас бизнес большой был, нападение убийства, там крыша поехала. Но потом после этого еще уже два бизнеса потом были. 2020 год. Ну, короче, у меня в голове сейчас своя реальность. Так, не надо денежную теперь реальность состряпать. Причем мы не касались ни денег, мы не касались алкоголя. Это просто рассоздаются шаблоны. Есть у меня вот вопросы. Я примерно представляю, я когда начинаю сама с собой, если убирать. Вот самое главное, убрать телефон. И
ничего не сложит в себя там тихо, да, в себя заходишь, да, и понимаешь, как это реальность интересно создается. Ну так, чтобы, конечно, я не думала, что я так это сработает интересно у меня, понимаешь? Может быть, к концу там еще какая-нибудь повылазит. И я буду у тебя, очнусь у тебя, сидя на кухне в Турции. Ты же говоришь, да у меня не было проблем с деньгами, зубами и со всем этим, вот этим. Да, просто захотела приехать и все поболтать с тобой. Ну, я теперь уже думаю, и так это возможно. Я даже девчатам, с кем я общаюсь, с кем я разговариваю, я даже не знаю, как это. Они мне хер поверят. Ну да. Что это именно так. Потому они-то меня помнят по моей той реальности, которую я сейчас помню. Никто не вспомнит, что ты бухала. Я в шоке просто. Вот это вот здесь и сейчас, да, я рассказывала тебе, я расскажу вот девочкам, кто находится. Я, когда у меня вот это понимание, я не могла ухватить суть, ну как это здесь сейчас, не могла зацепиться. И я 2 дня, я про рыбу, про свою все. Я захотела красную рыбу. И я, ну, гулянки себе устраивала, просто гуляла, близлежащий магазин и все обошла. А то, что я увидела, мне не понравилось. Я пошла на второй день дальше в магазин, там супермаркет и все дальше ходить. И пошла. Ну, у меня такой сильной важности не было. Я думала, я завтра съезжу, тогда возьму такси, съезжу на рынок. Ну, это далеко, короче. Ну, съезжу туда, там возьму классную рыбу. На третий день я просыпаюсь и вспоминаю, что у меня недалеко есть новый супермаркет, год как он. И я туда год хожу за рыбой. Но я просто это вспомнила, я пошла, сходила, купила. Я там классный... Зашла в этот магазин, наконец, туда классную такую кулинарию там нашла, набрала себе еды, а потом уже оттуда иду, я думала, как я 2 дня не могла вспомнить про этот магазин. Ну, если в моей памяти он прогрузился, что я в него год хожу за рыбой. Я какого хера я 2 дня тогда гуляла там, где-то не там. Где? И до меня просто доходит, я его создала. Я его создала, чтобы не ехать куда-то, я его создала, но и реальность прогрузилась вот так вот в голове, вот как сейчас, я не помню, да, и так я, мне загрузили, что я год туда таскаюсь за этой рыбой. Потому что я знаю, что за мясом я отдельно хожу, за рыбой я вот туда стала ходить, когда открылся там охренительный рыбный отдел, все, что хочешь. Погрузи себе реальность, зубами уже. Да? Мы реальности себе, да, лепим. Наши здесь и сейчас, наши желания, они создаются вот сразу, да, поэтому мы имеем, что хотим. Я хочу бассейн рядом построили, но в моей памяти прогрузился, что он 2 года строился. И мы эту суть не можем ухватить, из-за этого вот это канаёбимся со своими желаниями. Хотя все наши желания, они все сразу, да, стоят какие-то блочки там в голове, да, которые нам мешают, там ум у нас очень умный, он нам шлагбаумов поналепил, и мы сражаемся со своим умом. Ну смотри, как шаблоны классно работают. Об этом уже сколько, 7-й, 6-й год говорю, что ничего не работает, чем рассоздание шаблонов, которые нам мешают увидеть что-то, да, что мы... Причем я говорю, я-то думаю, что ну так что-то тянется, но я же не сажусь, я же опять не работаю. Но я сегодня стресс, меня, наверное, долбанул, я завтра начну все-таки в эфир выходить. Я, правда, в Инстаграм, но я все-таки хочу на ТикТок записывать, и в Инстаграм везде выкладывать свой трёп. А, потому что, ну, это круто. И я тебе себя не сплезу, пока не начну тебе щелкать эти шаблоны, как эти семечки. И это надо записывать, в сейф куда-то ложить, чтобы там не исчезло. Хорошо, а что там с перееданием и обжорством? Мы тоже вычеркиваем, да? То есть ты пришла вопрос решать с обжорством своим, или надо еще разбирать? Нет, у меня обжорства не было никогда. Я обжиралась, когда мне сладкого много, но я его сейчас не беру просто, и все немножко возьму. Вот конфеты, которые мне не нравятся, мятные, если хочу сладкого, я ее могу, там они у меня лежат уже не знаю сколько. А зачем ты ко мне пришла разбирать вопрос переедания и выпивки? Ну ладно, выпивки мы не поняли, переедание. Да брешь ты все, блядь. Ну не знаю, значит, был такой запрос, но... Я говорю, вчера я тебе говорила, у тебя спрашивала, слушай, а как это так? Я на весах, у меня вес держится, но одежда у меня, я чувствую, что я худею. А вес, а ты говоришь, я не знаю, как. Да я не знаю, как можно худеть с тем же весом, я не знаю. Это не ко мне вопрос, это что-то... Ну вот, я говорю,
По одежде я смотрю, что я худею, на весы смотрю, что я не худею. В зеркало подхожу, смотрю, у меня мое брюхо раздувается. Но я прекрасно знаю, что вес у меня, потому что я мало двигаюсь. Ну, если ты худеешь, а вес не меняется, может быть, весы сломаны, нет? Да? Да. Да нет, они новые. Да. Ну, новые тоже могут быть сломаны. Встала один раз с большим весом и сломала. Ну ладно, я соседку поймаю, сейчас она поставит. Короче, проверим. Осталось с тобой тогда долги и курение разобрать, и вот шаблоны еще по вине, хуже, лучше. Ну, курение, я книжку твою читаю, я говорю, я же сегодня тебе рассказывал, я читаю, а там ты, вы можете покурить, вы можете это самое. Я думаю, сейчас оно у меня заберет, это мое любимое дело, курить. Я не хочу бросать курить, но читаю упорно, потому что мне это курение остопиздило, реально. Спокойно, никто у тебя не отбирает курение. Я так и пишу, и Алан Карр тоже такое же писал. Читайте, курите, вот прям с книжкой, вот прям насладитесь этими сигаретами, которые вы потом все равно не захотите курить. Ну ты же каждый раз, вы можете не переживать, вы можете встать, покурить, я встаю, иду курить. Я ее не добиваю пока книжку, я так потихоньку, она мне сегодня раз и перестала открываться. Ну, я думаю, ага. Хочешь покурить? Курить, очень сильно курить хочу, видать, очень сильно, что перестала открываться. Да, девчонки, всем советую. Тогда я говорю, я насколько скептик, я все верю. Но мы все же от нашей веры зависит. Да, мы верим, но там где-то подсознание червяк сидит такой, вот тебе, блядь, не вера. Я сказал, так и будет. Но чтобы так кардинально. Я вообще не, я помню совершенно другую реальность. Хорошо, хоть мою рыбу мой пример не забрал. Вот так, чтобы поменялось это все. А я налоги так это... запланировала разбирать с картой заблокированной. Ты еще мне такая говоришь, я записываю за тобой. У меня банят карту. Это что-то я блокирую у себя. Я блокирую энергию. Я это прям записала. Сейчас я просто листики переписывала. И так как все уже было зачеркнуто, половину, да, я их, блин, выкинула. Не могу тебе показать, как ты мне это говорила, за тобой записывала. Что, Нелли, мне забанили карту, я заблокировала себе энергию. Как ее разблокировать? Нет, это еще до нашей работы с тобой. Разблокировала карты, разобралась с налоговой. И там тоже было мое желание, то, что 10, вместо 10 дней, у меня за 3 часа это все произошло. Хотя налоговую свернуть — это тяжелая махина. Но в моей памяти это так, что я поехала, у меня все быстро это произошло. И карту вместо 3 дней тоже 15 минут она разблокировалась. Ну это тоже... У меня история была, девочка ко мне пришла, говорит, Нелли, у меня спит. Мы с ней разговариваем 2 часа. Она такая, да ты меня не так поняла. Ну я ей перезадаю вопрос, а точно у тебя... Я читала это у тебя, ага. Нет, это у моей подруги. Я прям, что, реально... спит, ведь все-таки уже доказали, что эта болезнь не существует. Нету такого, о котором так все это рассказывают. Она такая, да, у подруги, все, она там сдавала анализы, тра-та-та, еще проходит 30 минут. Я говорю, слушай, может быть, все-таки переспросим подругу, потому что, ну, я сомневаюсь, но нету СПИДа вообще в реальности. Это уже давно доказано, что у тебя иммунка не работает, но это не вирус. А она мне говорит, да нет, она просто имела контакт с парнем 10 лет назад и вот вдруг вспомнила о том, что имела контакт и сейчас боится пойти сдавать анализы. Я так говорю, так она и не болеет, она просто боится. Вот у нее она переобувалась, то есть сначала это я была, потом подруга, а потом, оказывается, подруга не болела, а болел парень еще 10 лет назад. И вот мы вот разговариваем, шаблоны трансформируем. И у нее меняется прошлое, воспоминание о прошлом. То есть здесь сейчас другой взгляд на мир, соответственно, другой взгляд на прошлое. Поэтому прошлое меняется. Угу. Никакой магии. Да вот мы только мы сегодня с тобой сидели. Говорю, мне интересно, говорю, что копаться толку-то в детстве, если каждую секунду там наше прошлое постоянно меняется. С очередной мыслью какой-то, с каким-то инсайтом. Его нету этого. Да, если ты что-то помнишь в детстве, но на это обрати внимание, что это может быть это тебя тормозит. Но там родовые программы какие-то, все это такое, это такие дебри, куда-то непонятно в куда.
чтобы вот так сработало. Я говорю, я это еще осознать не могу, Нель. Это для меня это трындец это сейчас. Да я сама в шоке. Я говорю, я сейчас выйду в эфир, расскажу людям, что начали работать с человеком, который пришел ко мне, блин, на консультацию, на ежедневную работу. Мы работаем с алкоголем, с налогами, с забаненными картами, с долгами, с обжорством и так далее. И выписали трансформируем. И она мне говорит, я с этим к тебе не приходила. Я говорю, не поверь со мной. Ну, если это реально, у меня свое в голове просто. Какого хрена я с таким потенциалом сижу и ни хрена не делаю? Почему у меня... Я закрыла себя на деньги, да? Хотя я чувствую деньги, у меня нету проблемы там поставить свою консультацию за 50 или за 100, или за 1,5 миллиона, потому что деньги — это просто цифры. Ну, как я себя оценю, в принципе? Нету такого вот, что я боюсь, а там вот у людей денег нет. Нет, у меня другой настрой. Я думаю, я ничего не хочу делать. Я вот делала что-то там. Но я могу вот так, я вот как ВКонтакте раньше выходила, 3 года я в сетевухе была, да? 2 года. И я ВКонтакте с удовольствием трепалась. Рассказывала, кто-то придет. А сейчас на YouTube себя записывать, надо сам с собой сидеть на этом самом. Я не могу сам с собой в телефоне сидеть. А вот получится, ты говоришь, я ничего не хочу делать. Ты хочешь что-то не делать. Ну, можно же что-то другое делать. Как выходить в эфиры по-другому? Ты себе задавала вопрос? Ну да, я же тебе это и проговаривала. Просто я просто не хочу по-старому, я хочу по-новому. А как по-новому тебе? Да хрен его знает как. Я же себе уже все создала, говорю. Нет, скажи, что... И это, и как по-новому, да не знаю еще, как если по-новому. Если ты хочешь, значит, ты чего-то хочешь. Вот я не хочу пить чай, это значит, я хочу его не пить. Я хочу пить сок или вообще не пить. То же самое, я не хочу выходить в эфир, ты говоришь по-старому, но значит, у тебя есть какое-то другое желание, ну, оно уже есть. Ну, оно уже есть, но оно еще не проявилось, по идее, да? Стоять одновременно, что-то ты хочешь одновременно в этот момент. Когда мы что-то хотим, это мы что-то хотим противоположное. Вопрос, что? Вот ты сейчас, а давай подумай, озвучь, что, зачем это откладывать на потом? У нас как раз есть сейчас-потом шаблон, который я давала тебе на завтра. На завтра, да. У тебя нет, есть какой-то... Мне надо подумать по этому. Мне надо переварить то, что у нас случилось сейчас. Это... Вот мы с тобой сколько сидели, я тебе периодически говорила, у меня реальность. Иногда вот это и были эти сдвиги. Вот это все и менялось. Так оно... Ну, кажется, ничего не происходит, а мы с тобой вообще уже в двух разных реальностях. У меня реальность, чих, это что значит? А я не знаю, как это объяснить. Я, например, мы с тобой разговариваем, что-то проваливается, и у меня, ну, я не знаю, как, ну, как типа землетрясение. Матрица. Реальность катается, она сдвигается. Раньше, когда со мной это происходило, я не понимала, что это такое, у меня шабняк аж был. Потом уже, вот когда квантовым этим, я стала понимать. И... Охренеть, короче. Это надо переварить. Это вот сейчас просто надо об этом посидеть и как-то в голову вложить-то. Можешь... Я тогда у Долматова, когда я первый раз услышала то, что вот там даже там своя, говорит, пришла, заплатила 5 миллионов там. У нее там что-то с налоговой было, оказалось, она такая, да нету ничего с налоговой там. Потом где-то там еще ваши края слышала, потом слушала, когда ты это рассказывала. Ну как же, ты слушаешь, но ты же к себе не применяешь, да, это с кем-то там случилось. Это типа вот НЛО есть, да, да, я верю, но я его пока ты мне не покажешь, я его не увижу, все, мне показали. Для особо дубовых мне показали, что, блядь, вот так. Шандарах и все. Скажи, пожалуйста, для чего нужно трансформировать шаблоны? Как ты это видишь? Для чего нужно трансформировать шаблоны? Ну, смотри, когда мы с тобой разбираем... Приходят всяких и самую эффективную систему пропускают, а идут непонятно, какой хиромантией занимается. Это эффективно. Ну, видишь, каждому, видать, свое. Каждый верит. Кто-то верит в цифры, кто-то верит в это самое, что надо там детство... Там родню всю до 5-го колена, прадедушка там казнокрадом был, поэтому у тебя сейчас ты карму отрабатываешь. Кто во что верит?
Я не знаю, я всегда пытаюсь, вот насколько я помню в этой реальности, я всегда пытаюсь упростить. Упростить и убрать эти сложности, вот эти проработки все ненужные. И почему я к тебе и пришла? Потому что, ну, в моем понимании это эффективно, хотя я не понимала, что это настолько эффективно. Теперь Но я говорю, я в шоке до сих пор, и это вот, ну, блин, чувство сейчас пока не передашь. Это то, что вот сейчас происходит внутри. Но я в шоке, в реальном шоке, что происходит. у тебя даже лицо не пьющего человека. Так я так и не пью. Да ладно. Это ты придумала, это ты на меня поклёб тут, блядь. Батон крошишь ты, а еще на меня тут заставляешь, манипулируешь мной и все такое, короче. Я охреневаю, конечно, от того, что произошло. Но сейчас глубже придет это осознание, и что там моя рыба эта трехдневная, твою мать, тут вообще вся жизнь. Я говорю, я всегда хотела упрощения. И мой запрос всегда был упростить систему, чтобы человеку можно было дать, чтобы не было вот этой мозготни. Изучите цифры, вы по цифрам такое-то, у вас такая-то данность. Да, это все работает, если ты в это веришь. Но в моем понимании оно работает, но не для меня, мне это не интересно. Идем дальше, идем дальше. Почему я периодически к тебе уходила, возвращалась, уходила, возвращалась? Потому что я где-то там внутри понимаю, что здесь зарыто. Ну, это. Я тебя создала для себя. Вот так. Эгоистка. Эгоистка, ужасно эгоистка. Для всех. Потому что, видать, было слишком очень сильно плохо, но, судя по твоему писанине, видать, было очень плохо. Я писанина, я записывала. Хватит на меня перекладывать ответственность. Ну, а на кого еще, блин? Я говорю, я просто пока еще ошарашена, это надо переварить и уложить эту систему. Потому что я говорю, я же периодически проваливаюсь в те состояния, когда приходит понимание того, как этот процесс весь идет. Но то, что так сработает, я, конечно, не ожидала. Это вот это и есть НЛО. Где-то оно летает, но со мной я его не вижу. Я в него верю, не верю. Сейчас дестабилизировала алкоголь или налоги с картой забаненной. Что ты спросила? Звук пропал. Чего тебя сейчас дестабилизировало? То, что я тебе сказала, что ты пришла ко мне решить вопрос с алкоголем или с налогами и забаненной картой? А у тебя ни там, ни там. Ну, Нет, меня, две проблемы будут. я не знаю. Я знаю то, что проблем с этим нету. И все. Я как бы свои глаза видела, когда ты мне говоришь, вот ты пришла с этим запросом. Я говорю, да не приходилось, ну, что ты херню какую-то пишешь, мне говоришь. Реально, я думаю, ты меня там с кем-то путаешь, блин. Да ты вот это, да какой алкоголь, говорю, я уже не пью 5 лет, вот я не пила последний раз 5 лет назад. А вообще мне с 8-го года, мне нахрен не нужен этот алкоголь. Вот так ребята творят. И А у меня этих историй очень много. Когда люди выходят в эфир и доказывают, там девушка, у которой мама умерла, я эту историю уже много раз рассказывала. Она только через год поверила, потому что тоже занимается этими трансформациями, видит истории других людей. Когда мама умерла, у меня было сколько там, 13 человек на курсе, или сколько преподавателей, которые тренировались у меня преподавать. Вот то, что я преподаю. И они были как админами, и они вели новичков трансформировать шаблоны, чтобы решить любую какую-то нерешаемую проблему. И было два админа просто, которые курировали. И эти админы потом пошли с девочками, все девочки, короче, пошли на следующий курс, где-то через, там, не знаю, месяца через 4. И там снова появилась та девчонка, которая рассказывает, у меня мама умерла. И ей все спрашивают, ну как ты сейчас живешь? Короче, вообще история была такая. Сейчас еще раз ее расскажу. Приходит девочка и говорит, у меня у мамы рак, ну там на последней стадии, уже сколько химии сделали, а ну, в общем, она там сейчас отпустили домой умирать. Рак груди был там или еще что-то. Метастазы пошли по всему телу. И к концу курса она говорит, что похоронила ее. Мы все соболезнования ей написали.
было куча наблюдателей, все были в этой истории, нас было очень много, и потом она приходит через полгода, спрашивает, ну как ты там сейчас живешь, как это, как, ну там маму отпустила, не отпустила, ну такие там вопросы были, и она просто высылает голосовое, и вот такие глаза смайлика, типа, ребят, вы чего? И хвастается, у меня у мамы там грудь бесплатно сделали ей, ей квартиру дали трех там или четырехкомнатную в центре Москвы, она мужика нашла, и, короче, у нее там, она такая счастливая, все хорошо, мы ей говорим, ну как у тебя же мама умерла, ну такая, не было такого. Все помнят, больше 10 человек. Ну, я говорю, просто я сейчас тоже вот сижу, это пытаюсь вот это осознать, это действительно... Я-то в это верю, я это знаю, что это так работает. Ну, блин, что я с такими запросами пришла, блин, это... Круто у меня было, круто меня жизнь за жопу взяла. Смотри, как поменялось. Ну все, давай дальше менять. Так. Такими скачками я запью, блин, такими этими. С такой стряской. Это что такое происходит? Ой. Круто, Нель, благодарю тебя. Я говорю, неожиданный эффект. И так бы, если не начали сегодня там домашнее задание, мы, ну, ну, не знаю, когда добрались до этого алкоголя. Да. Тогда. Круто. У меня просто на следующий, вот, на понедельник были вопросы, да, для чего ты выпиваешь, для чего ты переедаешь, для чего ты куришь, чтобы шаблоны выписать и трансформировать. То есть это у меня были задачи на понедельник. То есть у нас, получается, задачи на понедельник остаются с курением, с деньгами и с зубами. Угу. Половина... Круто. Результаты расскажем, если вспомним про вас. Будет классно выйти в эфир там на следующей неделе, где ты будешь доказывать то, что ты никогда не курила. И что там у тебя еще? И проблем денег у тебя тоже нету. Блин, надо по никотину быстро план выполнить, а то забудь, заберут у меня еще эту последнюю мою, блин, радость жизни. Я шучу. Мне никотин действительно надоел уже. Надоел. Безделье, обезделье. Я столько времени у себя просто никотином собираю. И вот эти запахи. Ты с помощью никотина все, что ты думаешь, ты наоборот от него получаешь. Нет, я говорю, я читала эту книгу год назад. Я же полдня я не курила, не то, что я просто не думала про курю. А потом машинально я просто разговаривала с кем-то, сигареты цепанула сверху в рот, а потом думаю, зачем я начала там, думаю. Да я, в принципе, думаю, я же просто книгу хотела почитать, я себе нашла отмазку. И понять, работает, не работает. Поняла, что работает, в следующий раз буду читать, когда захочу бросить курить. И каждый раз, вот сейчас мы с тобой просто работаем, я ее каждый раз хочу начать, но вот только сегодня начала. Похвалила себя, ну, молодец, благодарю тебя, Надя. Да, я тебя тоже благодарю. Действительно молодец, и вот эти, я говорю, все это не обязательно такое платное, это я говорю и бесплатно, все это у них есть, и прямые эфиры есть, у кого нет возможности, деньги найдутся, вот по-видимому, даже если я была алкоголиком, все равно деньги нашла. Видать, я это сильно захотела, блин. Не пропить, а куда-то это самое. Не знаю, откуда они взялись. В той реальности, в этой реальности я знаю, откуда они взялись, то, что я это взяла в долг. У меня курс есть по трансформации шаблонов. 5000 рублей стоил, сейчас 7. Но это не такие большие деньги, и трансформировать свои проблемы все. Это, конечно... Ну, в общем, даже слов нет, не знаешь, как сказать. Ой, как они... Пойду с котами делить. Спасибо, что вы тут поприсутствовали, поддержали нашу радость. Мы просто до сих пор, я вот отойти не могу, в шоке. Ну, как так? Просто, ну, реально, я в шоке. А, кстати, я же записываю наш разговор. И там я хочу на тебя еще посмотреть, на твое лицо, когда ты на меня смотришь. Ну, и на себя заодно посмотреть. Какие у тебя шары были. Вот оно твое, да. Не приходила я с этим, блин. Ну, самое интересное, ты все наши проработки ведешь запись, видеозапись. Но... Нет, первые 4 или 5 я не вела, потом вот, уже. А первые, где ты мне жаловалась на все свои проблемы, ты записи не вела. Вот как оно так, вот, понимаешь? Не сохранилось. Угу.
кем ты пришла. А потом мой психоз, помнишь, когда я все, не хочу, не надо, не буду больше, надоело мне. Да. Мне шло отторжение, потому что это надо, куда-то это все проваливалось, а организм сопротивлялся. Это я тоже хорошо помню. Хорошо у тебя, ты такая говоришь, ну как отстынешь, давай, короче, будем работать. Я такая потом думаю, слава Богу. А у всех отторжение. Все... Да, хотя мы могли и расстаться, но первая неделя, та, которая не записывалась, она и не шла в моем вот понимании. Я сижу, туплю, ты задаешь банальные вопросы, а я не могу найти, не могу совместить. И сейчас я тоже периодически так, это по ходу начинается это все, разговор, это начинаешь вот расшатывать вот это все, расширение это начинаешь там себе придумывать. Скажи, на твой взгляд, вот эта работа со мной по трансформации шаблонов трудно? Это пиздец. Нет, это не трудно. Это классно, но просто так как я любитель самокритики, и меня вот порой просто бесит. Я иду, вот сейчас думаю, сейчас с Нелли будем встречаться, а я иду как на экзамен, как первый класс, мне очко джин-джин такое, думаю, сейчас опять тупить начну, блин. Меня вот так-то так подбешивает, короче, так конкретно, так я думаю, нет, не пойду, блин, не хочу. А сейчас кучу причин придумаю. Два раза есть пиздела, что мне некогда, короче, отказалась от встреч. Ну просто реально идет сопротивление. Я и врала, кстати, сейчас тебе говорю. То, что я там поехала, приехала куда-то. Да, я вырубалась и лежала, спала. Я не могла ничего, я просто вырубалась спать. Это, видать, шла трансформация, поэтому меня вырубало. Я не могу... Я просыпаюсь, вроде бы я выспалась, все, я 2-3 часа похожу, еще до встречи с тобой начинается за 2-3 часа. Ты переезд в другую реальность, не пьющую. Наверное, это и было, поэтому этот сон дневной по 4-5 часов. Двое суток у меня было, я просто лежала, я просто поставила уже какую-то книгу, я не в теме была, я думаю, что со мной происходит. Это был и переезд, и так, действительно, в другую реальность. Офигеть. Это шла такая мощная трансформация, потому что меня вырубало спать. Я не могла ни с кем общаться, меня вырубало спать конкретно. Ехала. И я не знаю, что у меня было раньше. Мне никто не скажет об этом. Да смотри, что ты балдеешь. Сейчас в твоих писульках пропадет это тоже, и ты сама забудешь. Да я... И будем дальше сидеть. Нам еще свидетель нужен. Это интересно. Да, свидетель. Вот это я понимаю инструмент. Вот, да, вот это я понимаю инструмент. Понимаешь? Мы даже не разговаривали об этих проблемах, а проблем уже нет. Я к ней просто хотела подойти попозже. Думаю, мы сначала трансформируем шаблоны, которые ты мне наговорила, а потом будем разбирать самые главные вопросы. Потому что, чтобы их разобрать, надо не шаблонно их разбирать, а уже с умом, который у тебя для всего открыт, свободен, ничего там не блокирует, ты не опираешься на старые какие-то свои знания, потому что в старых знаниях нету ответов. И я поэтому думаю, сначала мы трансформируем шаблоны, потом разберем твой алкоголизм, твое переедание, твое курение, твои налоги с забаненными картами. А оказывается, ничего этого нету. У меня просто вот шок. Ну все, остались зубы. Шок это по-нашему, блин, шок это по-нашему. Я говорю, вот сейчас, ну я сейчас опять, наверное, до утра не усну, потому что это, ну, это надо как-то принять, переварить. Что принимать? Я это приняла. Да все, кайф. Это кайфушка. Это сейчас просто в процессе размышления это уложится, и еще пазл сложится один, как работает реальность. Просто... Мы фразу постоянно проговариваем, мы в моменте здесь, сейчас все наши желания исполнены. Реально, это были истинные желания, и не касаясь даже этих тем, они трансформировались, вот, потому что непонятно как, но это просто разбирали слова. Сегодня какое число у нас, да, мы с 24-го, а почти каждый день, дней 6-7, 6 мы с тобой где-то пропустили, остальные, да, мы каждый день разбираемся. Это 1-2 слова, когда 10. Две недели что-то. И они реально начинают по ходу слетать там еще остальные. Но просто любой слова начинают по-другому светиться. У меня теперь то так я сомневалась в себе, как всегда, думаю, что, наверное, у меня не работает. Нихуя себе не работает. Сказала я себе. Так, мне, пожалуйста, еще так же, чтобы не работало, и вообще
чтобы я у тебя сижу в Турции уже с красивыми зубами, пусть я нахуй не помню, как их делают. И сижу с тобой просто болтаю, да, просто приехала поболтать. А ты так уже вот в эфире, и все 33 удовольствия у тебя уже прямо сейчас. Ты надеюсь, то, что уже есть, из достатка желай дальше. Да, это круто. Все. Ну ладно, что, разбегаемся. Сохраняюсь, да. Всем спасибо за эфир, что поддержали, посмотрели наши эмоции. Я до сих пор в шоке. Я еще буду ходить, отходить несколько дней и вспоминать это. Ну ты-то что? Ты-то к этому это... Вот я тут действительно буду отходить. Я могу привыкнуть постоянно стабильно, нестабильно. У меня какие-то вот эти истории, я каждый раз удивляюсь, как ребенок, нифига себе, ну это круто, это же ну реально круто. Когда человек вспоминает другую историю, приходит ко мне с одним, платит деньги немаленькие и доказывает, что у него этого всего не было. Я говорю, нахрена ты приперся? И как бы человек говорит, да ты мошенница, зачем ты мне деньги тут под гипнозом забрала? Не было у меня этих проблем, я такая, ну класс, круто. Ну вот, я так и приду, скажу, ты под гипнозом забрала деньги, блин, оплела мне это, я говорю, я не, ладно, давай, я лучше сама поварю сейчас, попереварю это, потому что это круто, благодарю тебя. Всем пока, спасибо.